фамилией грех плохо петь. Вот часто ты поешь вообще? Нет. Вечно покажется снова. Ты снимай и прижмешь, как любовь. Неожиданно. Очень. Я в тренде, вот видишь, очки как у тебя. И все. Может, погромче поставить, как говорится. Все для людей. Все здорово. Для вашего комфорта, дорогие друзья. Все для вас. Забирай меня скорей, увози за 100 морей. И целуй меня везде, 18 дней уже. Бум! Прогнул с крыши Гюльфаген на ха-ха-ха. Смотрите все, какая мятина. Бум! Шумим! Вот это еще знаешь. Это проект «Караоке такси». Рад приветствовать вас. Сегодня вы увидите еще одну порцию где-то хорошего вокала, где-то просто хорошее настроение людей, где-то интересные разговоры. В общем-то, друзья, мы начинаем. Поехали. И не забывайте звонить. Не забывайте, это же халява. Вы можете ездить совершенно бесплатно. Погнали. Привет, привет. Вот те люди, которые непосредственно уже, ну, знают, что они в караоке такси как бы идут, да, и что надо спеть, для вас, ну, скидки, короче, вы можете любую песню выбрать, я вот здесь на телефоне вам минус включу. О, да? Да, какую? Давай улыбайся тогда. Привет. Привет. Как тебя зовут? Алина. Алина. Ты поешь? Нет. Нет? Но хотела бы спеть. Попробовать. Здорово, здорово. Вот так выглядит караоке такси. Вот так выглядит караоке такси изнутри, короче. Тут звук. Звук, там камеры. А это я вот в это буду. Это ты можешь выбирать песенки всякие. Можешь игры поиграть. Тут вообще все, короче. Все для людей. Все для вашего комфорта, дорогие друзья. Все для вас. На самом деле, сегодня очень насыщенный день в плане людей, которые пишут мне в Инстаграм, пишут мне в WhatsApp и пишут мне ВКонтакте. Поэтому сегодня катаю людей не тех, которые неожиданно попадают в эту передачу, а все-таки тех, кто знает конкретно, что это караоке такси, и здесь надо будет спеть песню, ну и, соответственно, проехаться бесплатно. Но это радует, в общем-то, прикольно, что люди начинают пользоваться халявой. Поэтому посмотрим, как споет наш следующий клиент. Я тебе эту счастье свою опускаю на к. Теперь сама я пою, теперь сама. Неожиданно. Очень. Магниты космос, лечу кометы Агиба. Тебя мечтать ночью, теперь отдам и стать. Только улыбайся, улыбайся, невесомости поверь. И отдайся, улыбайся, улыбайся. Танцовываешь там? Над этой песней ворчи, мне глаза завяжи, рискуем с ветром дыши, бо закрыли, держи. Только улыбайся, улыбайся, невесомости поверь. И отдайся, улыбайся, улыбайся. Улыбайся, на 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 на
Браво! 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 Мы едем к следующему клиенту. Я так понимаю, что караоке-такси начинают в городе узнавать, начинают о нем говорить, потому что люди уже пишут мне и в директ, и ВКонтакте, и просто ко мне на телефон, что типа вот приедьте меня заберите, вы сегодня работаете, как бы. Такая система тоже работает, вы можете позвонить мне лично, можете написать мне ВКонтакте, можете написать мне в Инстаграме. Ну и также не забывайте номер 38-22-22, это служба заказа такси Light. Соответственно, там вы тоже можете заказать караоке такси. Вот, сейчас посмотрим, кто будет у нас следующий, будет ли этот человек петь. Ну, если он написал, что забери меня, соответственно, наверное, он знает, на что он идет, и что это не просто такси, это караоке. Такси, тут нужно петь. В общем-то, сейчас проверим. Проверим вокальные данные этого человека. Вот так, наверное, будет правильно. Поехали, поем. Всем известная песня. Ее уже у меня в караоке такси пели не раз. Я тебе подскажу, где начать. Еще рано. Там очень долгое вступление, короче. А, нет. Да. Подожди. А где там? Подожди. Это кто вообще? Сейчас, секунду. Ты сегодня взрослее стала. Ну, чё бы ты... Подожди, не торопись. Собрала все своих подружек. Ну, а как же я? Ведь день рождения у тебя. Знаю, ты меня не забудешь. Я приду, меня затянешь. Но поцелуй твоих мне мало. Я хочу, чтоб ты сказала. Забирай меня скорей. Увози за 100 морей. И целуй меня везде. 18 мне уже. Забирай меня скорей. Увози за 100 морей. И целуй меня везде. Я ведь взрослая уже. Да, ладно. А вот часто ты поешь вообще? Нет. Ну вообще не любитель петь или, ну, я или дома там? В первом классе только пела на линейке и все. На линейке? Да. А сейчас ты в каком классе? Сейчас я уже в колледже, уже заканчиваю. Уже взрослая получается, да? Все, Алин, спасибо тебе большое. Всем спасибо большое. Хорошего тебе настроения на весь день. Звони, обращайся, пиши, пой. Сейчас поем. Все, ладненько, давай, счастливо. Вот видите, друзья, ничего сложного. Люди уже знают программу караоке такси, знают, что можно проехаться бесплатно. Вот Алина, например, написала мне на номер WhatsApp, могу ли я ее забрать и, соответственно, довезти бесплатно. Соответственно, я приехал, она спела, получила свою бесплатную поездку. Поэтому звоните, заказывайте караоке-такси. Ну и халява, халява, друзья. Ну а сейчас уже постоянная рубрика «Гость в машине». И буквально через несколько минут здесь, на соседнем кресле, появится мой хороший друг. Зовут его Андрей, фамилия у него Трофимов. Ну и с такой фамилией грех плохо петь. И я решил, что он должен все-таки побывать в моем такси. Ну и исполнить, соответственно, свои любимые песни, как это обычно бывает. Ну и песню, которую, конечно же, я ему предложу. Ну что же, давайте послушаем. А ты блогер? Тоже блогер? Блогер. Блогер, блогер. Так звучит, как будто это оскорбление какое-то, нет? Давай, я пропиарю твой контент в Нижнекамске хотя бы. Давай. Давай, что у тебя? Короче, у меня есть канал.
Что он делает? Что рассказывает? Короче, там есть три рубрики. Влог. Я работаю в крутой организации, которая называется Canaft. Сразу реклама подперла, да? В общем, они продают машины, разные бренды. Мы снимаем на них обзоры. Также есть влог про жизнь компании. И, в общем-то, третья рубрика — это разговор за рулем. Ее мы скоро апгрейдим, и будет вообще прямо... Караоке-такси. А ты не хочешь филиал открыть в Казани? Караоке-такси, филиал в Казани. Нет же такси Лайм в Казани. Лайтли. Я передам директору. Ну что, Андрюшка, давай. Короче, смотри, я тебе объясню правила. Все гости, именно гости, не клиенты, да, а гости, которые приходят ко мне сюда на передачу, есть, так сказать, два варианта пения песен. Это песню, которую я предлагаю, ну, чтобы интересно было, да, и песня, которую твоя любимая ты поешь. Окей? У меня же нет, я не готовился, что ты мне не сказал сразу, я же не знал, что можно со своей песней приходить. Нет, ну мы тебе скачаем, просто сейчас что-нибудь поставим, какой-то минус, да и все. Окей, давай. Ну давай, Андрей, я решил так, раз ты же молодой, там, интересный блогер, да, там, следишь за всякими новинками, трендами, там, да, любишь, знаешь такие слова, как хайп, антихайп, знаешь такие слова, нет? Да, знаешь, это real talk, easy, easy. Пошумим! Вот ты это еще знаешь, да? Да-да. Вот, поэтому я решил, что для тебя нужно какую-то, ну, молодежную, крутую песню. Ага. Поэтому это будет T-Fest. Знаешь, такой да-да исполнитель? Погнали! Ты слова там. Слово навсегда мы клеили из пепла. Все эти слова под открытым небом. Прошлых чувств я закрыл глаза навеки. Прости, малая, но мне надоело. Улети и не вспоминай меня. 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 Ну нет, он как-то там... Он нет, как будто плывет по воздуху. А ты смотрел клип? Да-да-да, клип смотрел. Как плывет по воздуху? Ну как будто... Как можно в Солярисе ехать и плыть по воздуху? Ну он как будто, я не знаю, как будто он... Не знаю, как это танец я называется? Я не умею. А вот это, знаешь, ты вообще, ты думаешь, я такой, типа, смотрю клипы, да, вот эти вот там все дела, вот эти вот. Нет, ну я как думал, смотри, я думал, ты переехал в Казань, занялся блогингом, да, соответственно, ага, ты должен, ну, разбираться в этих новых нововведениях, так сказать, новых фишках, трендах. Вообще нет, прикинь, ты в тренде, я думал, понимаешь? Я в тренде, вот видишь, очки как у тебя. И все. Ну нет. Прическа это... модная, короче. Да? Вот, все, да. Нет, а вот это движение знаешь, как называется? Вот это? Да. Не знаю. Я знаю только антихап. Я всех вру. Выбирай песню, которую хочешь сам исполнить, именно которую ты знаешь там, и для тебя она будет, ну, несложной. На самом деле, так уж раз уж это нежданчик такой, да, я не буду петь песни, которые там пою где-то обычно, да, а пою песни, которые в караоке, вот, в общем-то, буду петь песню, которую пою обычно. Которая тебе нравится. Да, которая мне нравится. Ну вот я про это говорю, она и нужна будет. По кайфу зачитаю Noise MC. Четвертый, если честно, я смотреть бы не стал. По мне так, что пятый канал, что шестой, такой же отстой, как седьмой и восьмой. Девятый, десятый, пятидесятый, куда ни включи, кругом одни дегенераты. Сколько кнопками, ни щелкай на пульте, нормально ничего не показывают нигде. Я так устал от всего этого говна, и вот именно поэтому из окна гостиничного номера своего я телевизор выкинул на авто. Авторитета местного, ну и что? Я рок-звезда, идите на из окна гостиничного номера своего. Я телевизор выкинул на авто. Авторитета местного, ну и что? Я рок-звезда, идите на... Прогнулась крыша Гелендвагена, ха-ха-ха. Смотрите все, как мятина, бум! Прогнулась крыша Гелендвагена, ха-ха-ха. Смотрите все, какая мятина. Привет, Самара, ой, то есть Саратов, Волгоград. Я крайне рад сегодня в вашем классном городе играть. Где я только не был, но самые красивые девушки в мире, честное слово. Зуб даю, у вас в Сибири, у вас тут так красиво. Море, мосты разводные, в общем, Тверь теперь мой самый любимый город России. То есть Казань,
То есть, конечно, Пенза, я хотел сказать, Калуга, где ваши рухи, не слышу ваши голоса. Вы бы знали, что сейчас творится за кулисами. Там к нам приехали дяди какие-то лысые. Говорят, не по понятиям вниз кидать телевизоры, если правильный пацан тачку припарковал поблизости. Как широка и необъятна наша страна, до чего плотно и густо населена она. Занудами типа братвы этого быдлана. Нет, ну подумайте, да, ну и что? Из окна гостиничного номера своего я телевизор выкинул на авто. Авторитета местного, ну и что? Я рок-звезда, идите на. Из окна гостиничного номера своего я телевизор выкинул на авто. Авторитета местного, ну и что? Я рок-звезда, идите на. В общем-то, Андрюшка, спасибо огромное тебе. Покатались, попели, рад был видеть, как всегда. Да, конечно. Приезжай к нам. Особенно в гости. Когда приезжаешь редко и тебе звонит друг и говорит: слушай, поехали чувак, давай-ка поехали попоем. Сделай мне контент. Все. Спасибо тебе большое. Вообще очень крутая программа, очень круто сделана, серьезно. И вот, ну, то есть я слежу за выпусками, и с каждым выпуском становится все лучше, лучше, лучше. Какие-то фишечки, какие-то новые камеры, все добавляется. Так что это круто и вот. На сегодня у меня все. Я думаю, вам понравился этот выпуск. Не забывайте подписываться на канал Чигиряут, ставить лайки, ну и писать свои комментарии. Лучше, конечно, хорошие, можно и плохие. В общем-то, всегда приятно, когда вы пишете свои отзывы. Я же с вами прощаюсь. Это был Рустам Калимулин, ведущий проекта «Караоке такси». Всем пока-пока. Увидимся в этой замечательной машине. Ну и, конечно же, на дорогах.